Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим обычно о такой теме, о которой задумываются все игроки Roblox. И многие говорят, из-за чего же могут забанить в Роблоксе? Будет у меня 3 причины или 5. Но сегодня, как видео, я вам расскажу. Взял я информацию с канала Дармоежка. Прошу не банить YouTube, пожалуйста. Первая причина... Это вы пишете маты или 18+, всякие такие, ну поняли уже. Roblox вроде бы обязан читать все эти чаты, но иногда Roblox бывает проверяет, что пишут игроки, даже бывает во всех картах, хоть и не популярных, но он проверяет. И после того, как Roblox увидит, что вы написали мат или какой-нибудь обозвали грубо игрока, то Roblox вас забанит, либо же даст предупреждение. Вторая причина – это создавать бейджи и раздавать робуксы. Раздавать робуксы – это неправильно, тем более сейчас Roblox запретил донатить через сайты. И, возможно, Roblox может вам выдать бан. Третья причина – это... всякие недетские вещи. Некоторые люди загружают в каталог аватара всякие картинки, допустим, как дома, рисунок Бенди и все другое. Roblox это воспринимает нормально. Но есть такие люди, которые это так, пишут 18+, и разработчики замазывают просто эту картинку и пишут контент делет. А потом, если человек создает это еще четвертый или третий, вообще сколько раз, Roblox может забанить. Так что, ребята, если вы не будете выполнять правила Roblox, Roblox может быть выдать бан на 2 дня, на 3, на 7, на 14. А иногда Roblox даже банит игроков навсегда. Поэтому, ребят, не делайте ничего плохого. Даже не пишите в чат, что типа даже имена людей, даже оставлять ссылки. Ну, это если вы умеете, то оставляйте. Ну... в общем, ребят, вот такое вот было видео. И всем пока.